Как растут дети Примадонны? Страна опять в сомнении, кто же отец Лизы и Гарри? Двойняшкам Аллы Пугачевой и Максима Галкина исполнилось 3 года. Однако в столь нежном возрасте они едва ли не главные ньюсмейкеры страны. Наш народ с удовольствием обсуждает увлечения наследников престола, их наряды и их таланты. 320 тысяч за садик. Празднование дня рождения Лизы и Гарри прошло в элитном французском детском саду, который дети Примадонны посещают с конца 2015 года. Находится заведение в элитном дачном поселке под Звенигородом, неподалеку от деревни Грязь, где, собственно, и проживают Пугачёва с Галкиным. Пребывание каждого малыша в престижном саду обходится в 320 тысяч рублей на месяц. Для сравнения, год обучения в престижном МГИМО стоит от 310 до 520 тысяч рублей в зависимости от факультета и направления. За столь серьезную сумму наследников престола учат 2 языкам – рисованию, хореографии, игре на музыкальных инструментах, хоровому пению и многому другому.